тебя призы же есть еще. Не? Кир здесь? В Дискорде? Лист это так. А ты, по-моему, всеми хочешь переиграть, блядь. Да. Че, Кир, в Дискорде или нет? Посмотри. Спросите у Мосса, может он вообще зайдет, но попозже. Я, короче, всех суманил. Кто не суманился, значит, это пока что. Да, пока там. На присутствие. Кир, Селбрил. Локи. Неликс. Мне в холик или в ДЦ сразу? ДЦ. Пока что. Спекаюсь. Не пульт. Еще раз проверка на присутствие. Библ, Элрей, Нейдекс, Локи. Писали, что предупреждали? Короче, Неликсу, Локи, Кирсу снимешь ИП-шку. Поехали, трешак, потиху. Просьба отойти, РГДшник. Дальше. Кстати, ее там могли самолет, хотя прежде там почти помогли.
Вера, где все? Сейчас.
Контроль слева, осторожно. Уходит нормально. Здесь? Ага. Чё ты дал ранее до сих пор делаешь? Ну, само она не было. Трэшчик. Когда был сумон, ты ФК-шил. ХЗ, не видел. Гена, спроси, чё там у него сегодня рабочий или не рабочий? Окей, я сейчас напишу. Сейчас могу буду пулять. Вот, вы там чешь на себя отправиться, я двоих этих заберу. Ешка, они вас не холодят. Теперь разбирается. Брат управится, забирается. Ну раз, за танк управится. В контроль не важно. Действуйте, значит. О. Там бой не входит, когда открывается кровь. Сегодня на РМЖ стоит. Блять, как истинный ПВП-шар. Надо еще румсов апнуть, короче, чтобы они с одного превосходства апали весь вихрь. Стоим, ждем. Ждем мобов этих. Назад немного ты. Так же стартить. Отсюда к стенке стоим еще. Поехал. Я этих двух забрал. Yes.
Кого надо убить? Ты умеешь умирать, когда мелкие забирают? Решится. Смотря кого в контроль возьмут. Тебя возьмет в контроль, а не по рейду пойдут. Да не, он просто вертушкой крутит. Получается. Если танк берет контроль, пиздец, начинает потихоньку приходить. Достать искусство свое, мистика 4, этот разрисованный, блять, звездочёт по каждому принести, где стоять и что делать. Я вчера сидел полностью, блядь, думал по поводу позиционки каждого человека в рейде, блядь. Ты как этот, как депутат. Юрий Валентинович. Венедиктович. А, Венедиктович. По стране все думал, а народе. А ты про это, наш Раша? Да. Это когда про товары говорят, главное верить. Мне всегда нашей Раше нравилось про это. Про завод хуйня. А, про педиков что? Да. Это было самое эпичное. Спаси. Да, я сражал с этого момента, пипец. Надо же было придумать между начальниками и подчиненными, да? Уйти. Это ладно придумали, а у некоторых, может, и так и матурю в реальной жизни. Раньше в рейдах такого не было. Типа, иди сюда, мой маленький протовар, да? Ну, челик, знаете что? Вот сейчас пишет челик, говорит, это... Хочу печеньку ТП-2 купить. Реально или нет? Ну, 3 ляма скажи, долды, блядь. Скажи, квартиру переписывай. Так, короче, курим 5 минут, пойду достану пока этот, блядь, листик, сам курну 2 минуты. Тогда начну. Можно рез. Ладно, давайте, знаете как, я включаю стрим, включаю Mortal Kombat 2. Вы будете мне говорить, за кого сыграть. И будете комментировать, короче, сейчас. А где, блядь? Что за Mortal Kombat 2? Сеговская? Да, Сеговская. Я не умею нихуя, я ну подключайтесь. Блять, сыграл бы в Tekken какой-нибудь, да тогда. Какой хуекен, блять, не потянет комп мой. Давай. Tekken 3, блять, не потянет, что ли? Я не играл никогда в него, не знаю. Секундская, по-моему. Давайте, говорите, какого игрока выбирать?
Может, давай, Саб-Зиро ебаш. Как мне интересно, блять, компьютер, надо, типа, человек, особенно, те, которые, знаете, просто компьютер, те же самые действия. Да ты не шарь. Что происходит? Я только что компьютер отхуярил, что ли? Да. Снова, да? Ебать, смотри, чему ты там бузер ебаный, блять. Тупо обузит, смотрите. Нас в такой во дворе могли леща дать. Давай, фаталити, ебать. Я не помню, фаталити на него случай. Назад, что-то вниз, вперед, икс или вперед. Не помню, короче. Сейчас назад. Блять, я не помню, короче, какой-то фаталити у меня есть. Может, его в упор надо жать? Я не помню, одно, короче, издалека. А чё ещё у тебя интересно? Какие игры? Игры? Ну да, ну типа ты через эмулятор играешь или что-то? Да, еще? Эмулятор. Вон. А какой тебе? Ну вот, да, цивилизацию вторую ебани, там, не знаю, Need for Speed, вот это, которая Need первая. Need for Speed, говоришь? Ну давай, сейчас нахуй, Need for Speed тебе включу. У меня, короче, я играл в Need for Speed первую самую, которая там про Porsche была. Давай фаталити, я ушел. Какой фаталити? Вниз, 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 три раза вниз, назад, икс, в упор. Вниз, вниз, подожди, это в упор. Три раза вниз, назад, икс, в упоре. Чё-то ты перепутал. Это на Саб-Зиро, на второй МК? Да. Первая фаталия. Есть еще назад, назад, икс. Назад, вниз, назад, назад, икс. Вот, по-моему, оно сдалека. Ну, назад, вниз, назад, назад, икс. Сейчас. Если получится фаталити, тебе не ебай начислит. Так получается. Смотри, а будет опять 4. Ну сука, нет, там что-то. Ну это не, короче, X это удар ногой, по идее, должен быть. Сейчас погоди, нахуй, я загугли их профессионал, блядь. Нахуй. Я помню, что-то там Z было. Сейчас мы нахуй найдем. Так. Какие-то Джонни Кейс, вот Саб-Зиро, вот он. Фаталити. Заморозка взгляда, это хуйня, вот это снежок нормальная. А, сука, это надо задержать X назад-назад, вниз, вперед. Назад-назад, вниз, вперед и отпустить. Все, вспомнил. Смертоносный снежок, блять, название. Как мы знаем, они... Вар победил, там всех могут. Не, он сейчас фаталити будет делать.
он загуглил, как делает, вообще будет пытаться нажать прикнул. Финишер. Во, давай, давай. Да. Вага, начисли ему 250. 250 ему начисли сразу. Подожди. Так, ты запорол фаталити? Назад, да. Назад, вниз, вперед. Что-то, блядь, может Z, нахуй? ХП. Буду как? Объяснять только один раз. Все уже. Потом приходить буду, ГПшку начислять, скорее всего. Если кто-то ничего не понимает. Все уже объясняешь. Короче. Сумон можно? Суманить там кого нету. Жотному заодно суманить. Нифига себе, меня тут состав взяли. Все роги. Бомба-то. Так у меня маска. Все роги в бомбате. Я тут не буду играть, не занят. Так, шкаф дайте. Ой, здесь. Так, смотрим. Финишем. Позиционка. Хилов, плюс РДД зону. Звездочка. Ваш Даш танки, которые стоят в боссе. Вы танчите босса, Вот здесь. С этой стороны получается. С этой стороны. Даш, два танка, которые ловят мобов. У вас появляются, грубо говоря, прислужники появляются с трех мест. Ну, судя по видосам, всякая хуйня. То есть лево, право и этот. Грубо говоря, прислужники могут бежать с квадрата. С красной метки. С крестика. Или, блять, с ромбика. То есть у вас три позиционки эти. Все милики находятся в печеньке. Полностью все милики находятся в печеньке. То есть, грубо говоря, лучи будут идти от квадрата, сюда, да? До ромбика. С ромбик переставлен. Он примерно где-то до сюда. То есть вот этот полукруг от квадрата до ромбика, где мы сейчас находимся, здесь уже не будет вообще. То есть РДД зона, вы, блядь, даже можете, грубо говоря, ваша позиционка, вам даже не будет обязательно стоять все. Не так сильно критично, в одной куче все стоят. Ну, то есть ваша позиционка от звездочки до трусов, то есть вы можете тут спокойно, блядь, стоять вообще все. Дальше, по поводу мобов, которые будут превращаться. На народ будешь забирать на себя их. И всех этих мобов, я посчитал, там примерно получится 4 моба. 4 моба, которые, ну, максимум 4, минимум 3, которые превращаются, грубо говоря. Первого моба череп. То есть все стоят уже в кругу. Единственное, по какой причине вы можете оттуда выйти немножко, да, если на вас будет метка, которую надо выйти. Дальше, то есть первую череп, допустим, вторую, блядь, луне. Грубо говоря, моба раскладываешь, да, следующего черепе, чтобы РДД было комфортно, отлично. Дальше. А по поводу этого, по поводу танка. Два танка стоят в печеньке, тащит вот. Остальные два танка тусуются, сразу говорю, где. Вот,
грубо говоря, от черепа вы тусуетесь до, блядь, вот этой метки. То есть вы подводите своего моба, ставите его так, чтобы, блядь, этот моб находился практически в боссе. Объясню, для чего это надо делать. Так как преста мы будем сливать на уешке, ну, милики будут туннелить босса, плюс там им будет легко свичнуться в преста, если он будет стоять под боссом, они там даже ДПС не будут терять. Вот, а провидца мы будем настакивать. Этот. Что по поводу провидца? Монород, ты будешь на провидца? Если ты его подведешь, смотри. Если ты его подведешь вот в эту сторону, ну, типа, так, миликов будет не так дохера, милики у нас же в сторону-то не сильно дамажат, РДД стоят на рендже, по ним урон вообще проходить не будет. То есть это банально всем, блядь, этим, типа, всем РДД урон прилетать не будет. Миликам будет частично прилетать, но я думаю, это не критично. Вот, грубо говоря, тебе будет проще перекрывать лучи вот где-то здесь, грубо говоря. Череп, да, допустим, луна, тебе надо будет всего лишь пару метров двигать моба, ну, грубо говоря, да. И со стороны печеньки, где стоят милики, там лучей не будет. А тебе, чтобы набирать атаки на мобе, ну, блядь, череп, там, луна и так далее, ты можешь там двигать своего моба, и, блядь, это будет близко, во-первых. И, во-вторых, лучше, на, ну, типа, на мобе будет быстрее стаки настаиваться. По поводу еще, так, допустим, я с Войдом стою на боссе. Монород на провидце, Редвар, ты тоже стоишь, танка спекаешься, стоишь, короче, на этом, на ЖЦ. То есть появляется ЖЦ, ты его сразу подводишь и ставишь в печеньку. То есть подводишь, ставишь в печеньку, конника сбивает ему косты. Коника сбивает косты, женой сбивает кадры, которые дает эту херню. Так, по поводу хилов, всем хилам объясняю, что касается вас. Чтобы вы не проебались, не словили лишний урон, для всякого такого. Вы когда подходите, становитесь зеленым, допустим, да? Вы становитесь зеленым, блять, в сторону выхода. Вы хилите так, чтобы вы стояли в сторону выхода лица. Вам не обязательно смотреть, что там творится под боссом и что там вообще происходит. Вам главное просто хилить. Этот. По поводу еще танков, если кто знает, если надо будет за танк, я скажу. Где здесь кого? И по поводу дамага, все туннели босса, лучи стараемся перекрывать мобами, то есть, блядь, РДД зона вообще лучей не ловит. Если чудесным образом, приходим на следующую фазу, ну, а это в любом случае будет, не надо паниковать, то есть появится, блядь, 4, не будет луча, 3, 4, не знаю, короче, что происходит на второй фазе? Так как мы будем кристалл сливать, мобы будут появляться. И мобы появятся сауры. Вот, смотрите, три мобы появятся, так как РДД стоят звездочки. Ну, то есть даже если мобы появятся, не критично, если они это делают, они появятся в бою. Дальше, что делаем на следующем образом? По поводу мобов. Так как 3 моба появится, 3-4, да, то есть это не критично. На 4 танка каждый по одному мобу на себя заберет. Я просто сейчас заберу на себя босса. Если надо будет перетаваться босса, скажу, кто-то перетаваться. Дальше, по поводу дамагера. Все дамагеры. У вас таков нет. Ну, благодаря тому, что у вас таков нет, каждый с вас должен перекрывать луч. Получается 4 луча. Да, ну, я знаю, что это лайк. Вот, вы становитесь каждый под луч, мобов не будет никаких, ничего не будет. Просто
вот единственное, это будет 4 моба, которые у нас в первой фазе останутся. Что делаем дальше? 4 моба разводим между собой. РДД зона сливает их по очереди. То есть, грубо говоря, начинается сливать, как будто нет кого первого, кого второго, кого третьего, кого четвертого. Танки разведут все в разные стороны немножко. Силы можете после того, как разведут все мобы, чтобы вам было проще хилить и вообще все происходило проще, можно идти за печенью, чтобы вы доставали все в это. 4 танка разводят 4 мобов, все остальные дамагеры закрывают 4 луча. То есть на вас таков нету, значит вы заходите под луч и ловите до 15 старт. В этот момент даем веру, и мы полностью заливаем РДД, заливают мобов, милики бьют босс, потому что милики мобов не побьют. Пока вы будете заливать по 2% снимать с босса за моба, милики будут дамажить босса. Тоже будет практически урон по боссу. Сольете мобов, тоже переключите по боссу и просто добиваем босса. То есть остается 50 лямов, остается 50 лямов, и видите, нет остатка вообще. Но появляются 4 лучи. И благодаря этому, типа, нам надо 4 луча постоянно перекрывать. 4 луча постоянно перекрывать. То есть это должно быть нормально. То есть если вы видите, что на вас нету статов, значит вы идете собрать статус. И ловите и будет лучше. Если вы с этим доедетесь, это будет печально. В принципе, все. Короче, даю рыбу, пьем сапроты. А что это самое, Лех? Вот провидцы, мы их будем сейчас лопать, превращать в собак, правильно? Да. Будем их потом выводить, их надо тогда выводить так, в разные места. То есть, если собака где-то сдохла, туда новую собаку уже ставить нельзя. Там радиус 10 метров должен быть между трупом и новой собакой, иначе урон не будет входить. У нас есть весь фиолетовый круг, чтобы распределять их трупы. Ну, просто на второй-то фазе будет 4 собаки, еще дополнительно их надо будет куда-то в свободное место отвезти. Если мы убьем весь трэш в виде провидцев и жрецов через лопанье вот эти места, то соплей на перифазе не будет вообще. А жрецов мы разве не заливаем? Леха же сказал, жрецов заливать, а провидцев лопать, нет? Да. Ну, значит, вот. Собаки будут. Собаки будут. И смотрите, по поводу собак. Всех этих собак вы сзади рейда выкладываете по чуть-чуть. То есть, народ условно на тебе провидец, да, превратился в собаку. Все, с этой херней соплей, блядь, побежал, короче, за рейд. Стал за рейдом так, чтобы тебе хилы доставали. И по чуть-чуть их выкладываешь. То есть, видишь, что там, грубо говоря, у моба... Ну, ты проследи там хпшкой, я не помню, там вроде 60% ему сносят, и он сам, типа, ложится. То есть, ты там просмотри про хпшки, типа, по первому поймешь, когда он будет умирать. И, ну, блядь, 60-30, ну, там, примерно в этих процентажах. И под конец процентажа ты же можешь просто отвести его немножко подальше, выложить, грубо говоря, здесь, и потом обратно вернуться. Там не сильно критично. Все, пьем сапроты, даю проверку. Так как ты будешь этих мобов водить в милизоне, хилы тебе будут со звездочки все доставать. А, ну, то есть вам не надо бежать туда за большой круг танков, которые ловят мобов. Вы стоите, грубо говоря, на этом, на малом кругу, к вам прибегает моб, вы даете по нему таунт, чаржите с него и сразу подводите его под босс. Бариста сразу же моментально сливаем. Женоэн откидывает, сбивает первый каст, и потом этот, потом просто провидца набираем стаки, провидец превращается, ты даешь таунт, отводишь в сторону и так далее. Вводь со мной на босс. Даю проверку. СС я по Войду, СС по мне. Каску, да, Кумара? Каски, сейчас, подожди. Кто на жреца, напомни, пожалуйста. Еще Дон, что? Ротвар, да, на жреца? Ну, жрец там не будет пробивать особо.
Не, мне просто напулить там на него. Да сейчас я этот. Дайте реловнуть, включу аддончик. Забыл про аддон. А мне надо второй каст жрецу сбивать или нет? Желательно, да. Если он будет. Но я надеюсь, что его не будет. Может хотя бы Буливана суманем, раз мы в 4 хила. Ну суманите, что лишний дамаг не помешает. Хотя бы бурстанем просто. Да, зерганем. Мы сейчас 4 хила, даже половину первой фазы не пройдем. 176 лям сейчас. Не пройдем. На что спорим? На что угодно. А тут есть эта фигня, которую... Сейчас просто не хватит прохила и все. Я как бы видел итоговые цифры перед убийством босса, что происходит с рейдом и какой получается входящий урон, и как сложно это хилить. То есть сейчас он нас ведет на верную смерть? Именно так. Все зависит от того, как степень получения урона рейдом. Этот босс рассчитан на умение танков и на очень сильных хилов. У нас хилы неплохие, но их 4. Просто будет крайне тяжело сейчас. И это уже заведомо фейл. Как бы не тот контент, куда надо ходить в полном рейд. Пока танки хилы привыкнут все делать правильно, можно и полный. По сравнению с тем, что было раньше с нашей позиционкой, сейчас для хилов вообще ничего не поменялось. Поменялась только задача для танков. Ну, видишь, ну хилы что не справляются. Не справляются, да и прям. Там библ релагается. Все, я сказки раскидаю. Че, у нас собаки диспелят, нет? Да, собаки, локи, призывайте. С меткой мы откидываем, выбегаем или стоим? Обязательно выбегать. Это вообще не прохилится сегодня никак. Окей. Сапрота обязательно все выпить. Кто ловит? И куда выбегать? Резист ловит. Куда угодно выбегать, он сориентирует. Так, а что у нас? Престов не ловят, магов не ловят, да? И биглабл не ловится. И локов тоже не надо ловить. Лучше всех ловить. Ну, будь на подстраховке, всякое может. Кому каски не дал? Всем дал? Дай проверку. Все готово. Метки сейчас уберу. Все, поехали. Я первый, вот. Но нету на тебе дебафа. Меня не надо ловить. Моба. Ладно, не убирай это. Я их сброшу. Метка в рейде.
Я сам. Чё забагался? Блядь, бабу нажимать. А, нет, не надо. Не впутай. Как он на меня-то смотрит? Таргет бабу. Он сейчас меня косит. РДД собака. Метка в район. Кирова на второе, да? Моба новая. Моба, заберите с кирова второго. Больно. Лрэй, все 18 стаков. Хуй знает, стоят где все. Бля, с хуёв стоишь, вообще с этой стороны не иду. Спите каст. Я сбил. Поймайте его. Народ, только 2-0. Нет, тоже. Игра. Ай, блядь, второй раз кастует по мне. Ты не милой даже. Но... Подожди, камень, не надо. Сейчас буря пойдет. Пошел, можно выбирать. Что с этими лучами делать? Кому закрывать? Моба не закрывать. Каск дайте. Моба подводишь? Можешь на краю лужи стоять, Монород. Монород, охильте. Все, он взрывается. Ворота 20 стака. Не повешалось, не надо. Два луча, босс. Кто видит стаки? Отхил прошел, блять, жрица. Что с постами? Нет, не прошел. Ну а че босса хп, блять, было... Больше снято в разы. Ваншот. Ой, да. Ложите. Блядь, бежали к земле. Уже два моба, блядь, ура. Нора, 20 стаков, откуда? Все, кто легли, легли от стаков. Я не от стака лег. Нет, не так. Ну, я от тебя не умер. Да. Я сдал диван, потом встал, когда... Это вайп рейда, вот этого не должно вообще случиться. А Кирс чё, вылетел или чё? Чё случилось? Блять, не успел прочитать, сука. Кто-то успел прочитать? Смотри, что получается? Случилось. 50% меньше урон. Скажи, я в 4-4 л, но у меня часть не показывает. А у меня ещё и полный стоял там. Я думал, ты вылетел. Это случилось из-за того, mm-hmm. что лучи шли в босса. Я из-за этого спрашивал, что делать, когда нет мобов и идут лучи. Лучи перекрываются. Что делать? А кем перекрывать? Танками? Мобами, блядь, чем? А если мобов нету? Я у тебя из-за этого спрашиваю. Мобы 100% есть. Мобы есть всегда. А чё тебе не было?
Я типа, понял. Я видел. Короче. Еще нам не было этой хуйни. Почему мой народ не взорвался на 20 стак? А хуй знает. Ну, у него было 20 стаков. Ну, я видел тоже, ну. И стаки больше не набирались? Мне кажется... Что-то странное, блядь. Очень странно. Не набирайте стаки вообще. Я не знаю, как набрал Лорей, блядь, стаки вообще. Как вы набираете стаки? Вы, блядь, их вообще не должны набирать. Да потому я, видимо, что... за спиной стоял. Ну, я же сказал, где... Я же сказал, где стоять. Да что-то рефлекс. Сорян. И когда приз появляется под боссом, моментально его должны сливать. Уже два моба положили. Босс отхилился. 20% так-то не хуйня. Босс по боссу пошел, отхил. Ну да. Там мы сняли уже 40% как бы. Ну, мы сняли, а у него, такое, я смотрю, этот, мы сняли там 40% боссу, блядь, а у него, смотрю, через буквально минуту, а у него здесь, этот, 10% сняли хп всего лишь. Подумаю, что за хуйня? Ясен шот. Не знаю, вроде все косты сбивал. Может, ты пока летал? Не, когда я летал, Редвар сбил. Типа, смотрите, выходит первый прислужник. Листа убиваем. Монород на провидца настакивает. Взрывает провидца, появляется моб. Подводят моба, как он это сейчас сделал. А дальше. Убивается моб, РДД свечивает. В этот момент выходят вторые прислужники. Снова забирает Редвар, блядь, пристал. Монород забирает этого, блядь, провидца. И этот, и так по кругу хуярим. Так у меня вопрос, почему появилось 4 моба, когда мы слили только 2-300 под босса? Вот сейчас даже, когда босс, ну, типа, появился, 100 стаков. Вчера то же самое было, она когда превращается в демона, появляется 4 ада. То есть это даже будет при условии, что этот... Если Саларин превратился в демона, это вайпер. Сразу же надо падать. Босс кастует каст Врата Бездны, и оттуда выходят мобы. Кстати. У меня есть идея, но это будет с Багаюзом, скорее всего, блядь. Че, спрятаться? Так что... Да не. И выйдет лучи так, чтобы... Лучей вообще не было. Ну, типа, на первой фазе. Под баблом? Бабл да не помогает. Не отлучения от стаков. Не, просто, если вы не заметили это. Вчера Элем сбил призыв, блядь, ебучего луча, когда откидывал моба. Ну, типа, призыв врат, Элем сбил каст. А чем он сбил? Громомолнией? Да. Я знаешь просто что думаю, вот у нас смотри 5 локов, почему бы лишний луч, 3 лока допустим, не ловили 18 стаков и в луже, которая с первого провидца появится, не сдыхали потом, чтобы стаки скинуть. Почему бы так не сделать? Там будет зона остается после смерти сопли и соответственно они там встать не смогут уже. Я имею в виду специально зайти в лужу и сдохнуть, вот. Когда, чтобы 20-й стак не набирать, чтобы сопли не было с человека. Вот. А, сука, там же СС надо вставать на том же месте. Ну, тогда резать. Там Калат зашел. Я вижу, пока что я так. Жад, ебать.
Жотом здесь нет. Что, на замену опять идти? Что случилось? Что пульнули босс? Пульнул кто-то. Че, бьем или... Ну какой? Кир, сиди сюда, ты че? Кто пульнул, блин? Сантей там. Сантей, по-моему. Хеллфайером, походу, начал тренинку стакать и дотянулся до босса каким-то. Аккуратно. Помощники. Моба вышли. Яса. Луч. Иди под луч. Прям. Второй каст. Фэс был? Ваншот. Чё, не было? Жнаем, поднимай. Жнаем. Приста подведи. Подведи пристать. Сава. Жнуэн, блядь! Красавчик! Ваншот. Убили. Народ, поднимешь. Чё за херня? Почему БР-а так долго нету? Моб. По таунте Редвар босс. Ну, тут уже всё, второй каст идёт. Нихуя. Не прошел второй каст, прикинь. Я говорю, по таунте Редвар босс. Я моба забрал. Вот сейчас таундите кто-то, у нас прям очень быстро. Вот. Чё РДД, в этого не играете? Моба, играйте РДД. Я тоже могу босса туннели. Дай каску. Лучи перекрывайте, моба, блядь. Каст прошел, кто-то метку не вынес, походу, или что? Да. Твар тоже старается лучи перекрывать. Ничего меньше босса, да? Два луча босса, Редвара, видит, ты мол. О, нормально. Сейчас 12 секунд еще повышенный урон будем. Че по кастам-то? Блядь, надо, чтобы этот, чтобы вы, блядь, переста быстро сливали, очень быстро, блядь, жрец живет, сука, долго, пиздец. Так его еще откинули, блядь, за босса, нахуя-то. Ну да, к нему подбегаешь бить его, то уводит, блядь. Нет, Кавреди, нет там. Слови. Заложитесь на это. Блядь, вы должны, вот жрец появился, сразу же моментально его, сука, снести. Моментально просто. Так куда его, к рейду лучше откидывать? Ну, было бы получше, да, к рейду. Окей. Вот понимаешь, вот все хорошо, но, сука, вот это даунт и с этим боссом, я вообще не могу с этой хуйни. Да нормально все таунт. Ну ебать, ну конечно нормально, по два раза сдыхать. Как там надо? Под конец его дебаха? Я сдох банально из-за того, что, блядь, ты этот. Ты там не затаунтил, грубо говоря, еще. Ну так а я что сдох тогда два раза? Ты сдох, потому что меня не ресал женой.
Че, пост? Так два раза назвал. Или три. Короче, это... Два раза. Кават, заходишь... Место... Кто там последняя позиция по ДПС? Йотан, маги. Да, мага и йотан. Место мага. ДК заходит. Глара? Да. Рыба стоит. А, здесь дискордил. Лёх, чё, можно в ДДшнике послакать? Ты пятый танк. Ну, ёбаный свет. Где нахуй ДД на этом боссе? Тут вообще всех миликов сейчас нахуй надо убирать. Потому что мне тут не нравятся эти милики, которые вечно стаки лутают. Так, а я на замене сижу, я это перс офну на твинка зайду, но я в дисторн. Ничего? Типа с РДД проще. РДД стоят, они там 100%, блядь, чтобы не было. Не латанут ни стаки, ни урона, блядь, лишнего, ничего. А у танков освобождается вообще, типа, вся платформа. Освобождается вся платформа. И танки могут что хотят, то и делать вообще. Так и может хилам. Народ пусть стаки собирает? В смысле стаки? Ну, народ там иммун вроде к стакам, чуть 20 стаков и больше не идет. Воу, блядь. Кстати, давай мы народ эту хуйню протестим. Ну, типа, по 20 стакам, я ж думаю, вы сможете его держать. Или не сможете. А может быть, так смогут. Просто, а может быть у мы него... Мы народ держали по 20 стаками вообще? Просто. Ну, относительно, да. Может, у него иммунитет к превращению, он в форме медведя, раз в овцу нельзя превратить. Может, и в эту хуйню тоже нельзя превратить. Ну, это ебучий абуз получается, абуз, если так и есть. Мишки топ-танки, да? Подожди, получается, если они выпустили, так. Если они релизнули это дерьмо недоделанным настолько, то почему это абуз? Они должны были это тестить. Я предположил. Мы занимаемся тестом.